Думал, в 40 будет счастье. Ты счастлив, мне не 40, а идиот. Ты несчастлив. У тебя, кажется, кризис средних лет. Ну, кажется, ты накурился, ничего не понимаешь, верно? Элиоту, не всю упаковку. Дай новый уровень сознания тебе сегодня. Вам хорошо? Ничего не чувствую. Мы плохо переносим наркотики. Эй, урод! Кто ты? Эл, это я. Я ты. Ты я. Что случилось? Нет щели в зубах. Где твой ретейнер? Левое молоко. Меньше правой на чашку. О, боже. Я в средних годах довольно хорош. 39 мне. Не средние годы. Да, средние годы. Нет, не средние. Я молодой взрослый. Завидую. Хорошие трипы у вас. Весело? Да. Знаю, мама может бесить, но будь добрым. С братьями погостить. О, да. Там чувак, чат. Избегай. Доброе утро, Эллиот. Знаком с чадом, М. Эл, ты урод. Я ввел номер в твой телефон недавно, но не думал, что это сработает. Постой минутку, подожди. Маска, маска, мне нужно уходить. Тебе повезло. Жизнь не будет уже как прежде. Слушай меня, и все будет нормально. Я ощущаю, что все, что имело значение, теперь не имеет. Единственное, чего не вернешь, время. Время ускользает. Мне по-прежнему нужен ты. Я идиот. Не могу, штучка. Если не были мы одним человеком, подумай, понравился ли бы ты мне. Говоришь это потому, что молод и наивен. Если бы ты не был молод и наивен, никогда б не рискнул ничем. Может, стоит послушать мой совет на этот раз? Можем ли поцеловаться? Нет. Что, могу ли я хотя бы притронуться к своей старой... Боже, тебя нужно запереть.